Футбол зовет. Сегодня есть все условия для того, чтобы этот матч стал выдающимся. С вами сегодня футбол смотрят Константин Генич и Георгий Черданцев. Возьму на себя представление комментаторов. Сегодня, как вы уже, наверное, догадались, для вас, как всегда, работают Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня Пари Сен-Жермен сыграет против Сток-Сити. Потрясающая атмосфера сегодня на стадионе. Думаю, она поможет командам раскрыться. Может он идти дальше. Очень острый момент. Классно сыграл защитник. Не получилось мяч выбить. Все еще опасная ситуация. Лионель Месси. Рут Гуллит. Пас не получился точно. Мяч уходит за боковую. Никлас Зюле. Хорошо, может атака пойти дальше. Есть на кого сыграть. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Рут Гуллит. Кириан Мбаппе. Мбаппе. Чистый отбор. Не получается сохранить мяч. Фердинанд. Хороший отбор провел. Роналдо. Месси. Месси с мячом. Неплохо они с мячом играли, но сейчас доигрались и потеряли его. Совсем не получилось у защиты надежно сыграть здесь. Хасан Аль-Айдос. Хасан Аль-Айдос с мячом. Надежно играет в отборе и соперник без мяча. Арбитр дает свисток на перерыв, и скоро мы узнаем, несут ли тренеры изменения в составе команды. Продолжается наш матч, второй тайм. Хасан Аль-Айдос. Камада. Керрер. Хасан Аль-Айдос с мячом. Отличный перехват, очень вовремя. Андреа Пирло. Роналдо. Мбаппе. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Амрабат. Керрер. Потери и у соперника. Пас на Мбаппе. Мбаппе. Рут Гуллит. Отличный момент у него. Гол! Счет в матче открыт! Потрясающий проход и великолепное завершение. Здесь все сумел сделать в одиночку и отправил мяч в ворот. Замена у нас. После этого гола Пари Сен-Жермен впереди, и команды начали с центра поля. Основное время истекает через 20 минут. Хасан Аль-Айдос. Есть у него с кем сыграть в атаке. Катают они мяч. Сейчас надо сравнивать! Отлично проявился. Иньяки Уильямс! И вратарь здорово потащил. Ох, как не получается у защитника мяч вынести. Андреа Пирло. 5 минут еще играть. А у нас еще ничего не ясно.
Арбитр видел нарушение, но даст парижанам закончить атаку. Мяч переходит к другой команде. Перехват. Пирло. Финальный свисток арбитра звучит. Фиксирует он поражение гостей в этом матче. Качественный матч провели обе команды. И после таких матчей всегда немного жаль проигравших.